Да, Валентина Петровна. Вы мне звонили. Валентина Петровна, добрый день. Я просто проезжал мимо, смотрю, в школе у вас какое-то мероприятие проходит. Что это такое? Олег Дмитриевич, я А. вас не спрашивала, что у вас за мероприятие. 10 лет у меня мероприятие проходит, одно и то же. Ну, мы же с вами разговаривали по нарушению закона, да? Я к вам приехала, вы что за мероприятие делали? Я вам задавала вопрос. Какое мероприятие? Ну какое? Вы сидели за столом, выпивали. Я вам задавала вопрос этот. Ну, была репетиция, значит, собственность это территориальной громады. Ну, дело в том, что этой собственности убивать нельзя. А у меня 10 лет. Приезжают батюшки по всей области. Валентина Петровна. Ну, вы же понимаете, что законом запрещено, значит, все учреждения, значит, освиты, правильно, использовать для каких бы то ни было. Я не против. Пускай бы батюшки приехали и выпивали бы у нас в клубе. Я был бы только за. Потому что родители возмущаются. Я должен как-то реагировать, отвечать на этот вопрос. Родители придут ко мне и скажут. Ну, вы же знаете, не все придут. Насчет вас возмущаются. Сколько? Олег Дмитриевич. Значит, Валентина Петровна, давайте будем работать в законодательном акте и все. Давайте, так давайте начнем с вас. Давайте и с нас начнем. Кого мы нарушаем? Пожалуйста, скажите, что я нарушил? На каком основании вы делали свадьбу? На каком основании вы вчера пьянку сделали? Вчера разве? Позавчера. А где, чем запрещено это там? Значит, какие-то мероприятия коллективные в сельском доме культуры? Чем? Как вот? Ну и также и в школе запрещено, Валентина Петровна. А? Валентина Петровна, в школе тоже запрещено. По счет свадьбы, значит, был у нас устный договор с головой, потому как он не является собственником. Вы понимаете? Бывает, бывает. Гражданский кодекс считайте, Валентина Петровна. Я так понимаю, что вы настаиваете на том, что вы правы, да? Ну, хорошо, пусть будет так. Пусть будет так. Абсолютно. Всего доброго. Вызывал полицию, когда ты свадьбу гулял в клубе. Я что, не имею права свадьбу гулять в клубе? Ну, а тут что? Нет, да я не против. А есть закон, запрещающий. Гуляйте, вы садитесь в клубе, пожалуйста. Никто вам слова не скажет. В клубе садитесь? Когда я хотел Антину Петровну попросить. В клубе садитесь? Попросил готовить попы здесь. Попы должны пойти в клуб? Или что ты хотел? А попы, значит, должны в школу пойти. Да мне все равно, где они сидят. Ну, так а что ты тогда колотишься? Законом запрещено столовую использовать, и все. Понимаете? А готовили все дома. Принесли из дому. Ну. Каждый человек готовил любого. Да я за. Ну, я сам все, готовил на свадьбу. Все приготовили и принесли. Ну вы понимаете, сюда. Что запрещено. Никто... Запрещено использовать. Ну, а эти тебе помещения. Шо? Я не пойму, как тебе мне шо? Шо? Как мне шо? Тебе шо, еби вот этот вопрос? Или что, блядь? Ну а че вы грубите так сразу? А че как? А как, блядь, задавать вопросы такие? Тупые, никому не нужные, кроме тебя. Куда тебя не просят? Что ты лезешь? Пусть занимается один, его проблемы. Валентина Петровна, я не пойму, я что, это частная территория, что я приехал? Чего меня тут матом облаживают? Олег Дмитриевич, что я вас не обкладывал? Все, дальше записывайте, какие ко мне вопросы. Те, что привезли, принесли. Да меня не это. А мне что не, нужно? Ну что меня тут матом обкладывать? Я, никто вас не обкладывает. Я что? Абсолютно. Мы просто разговаривали, понимаете? Я заплакала, а человек отреагировал. Что еще надо? А что вы заплакали? Ничего, потому что мне обидно. В чем вам обидно, я не понимаю. Олег давайте Дмитриевич, порядок наводить вместе. Олег Дмитриевич, вот здесь это не ваше дело. Вот там покоситесь это, траву. Так у вас вот он сидит, вот он на машине, я его не могу вызвонить. Почему он не покосил до сих пор траву? Вот именно. Куда делись средства сенокосов? Куда, скажите мне? Вы там сидите на исполкоме, я не попал на тот исполком. Я ругалась уже 2 раза. Так что вы ругаетесь? Давайте действуем. Так чего вы не приходите? Куда не приходите? На исполком. Да меня ж там не хотят видеть, как и здесь вас. Вернее, как и здесь меня вы не хотите видеть. Пришли тут, матом меня обложили. В чем вопрос, я не пойму. Не обращайте внимания. Нет, внимания я обращать не буду. Зачем? Там Бог будет обращать внимание. Вот именно. Вот.
А с Киняком разбирайтесь сами. Я с ним разбираюсь. Я понимаю. Вы понимаете, вы что мы... Вы у меня хотите сказать... Вы тут говорите, что я не имею права свадьбу провести Олег в этом. Олег Дмитриевич, у меня есть претензии к моей территории? Нету, претензий что? Нету. Претензии Киняком есть к тому, что где документы на школу, свидетельства о собственности да, на майно. И все. У меня кочегарку будут переделать. Вот, кто будет переделать? Давайте это все сделаем, понимаете? Что ты начинаешь, праздник? Что ты себе конечно мешать? Иди сядь в машину и запускай. Ладно, празднуйте. Поехал, я не буду вас стеснять. Давай, а кто я? Посторонний. Да что, так успокойся. Он же, как им по его словам, я что? Так все, успокойся. Да все нормально, ну человек выпил, так реагирует. Я б сам мог так реагировать на этом месте. Все нормально, ничего страшного здесь нет. Просто необходимо порядок навести, все. А где непорядок?